Дороги пакистанского города Лахор превратились в реки. Здесь прошел сильнейший почти за 40 лет ливень. Мы в дороге уже 2 часа. 2 часа добирались сюда от Аппер-Молл. Обычно на такую поездку уходит 5 минут. Сообщается о 6 погибших. 4 человек убило рухнувшей крышей, еще 2 ударило током. Многие местные жители винят власти в плохой инфраструктуре. Куда ни поедешь, везде вода. Мы расстроены. Политики из Пакистанской мусульманской лиги заявили, что превратили Лахор в Париж. Покажите им этот хаос. Нас всех здесь просто унизили. У властей вообще нет ни стыда, ни совести. Пусть сравнят это с дорогами около их домов. Настроили себе дворцов и живут как короли. Должен же быть предел этой несправедливости. Кое-где вода размыла почву и образовались провалы. Этот провал образовался неожиданно. Это был несчастный случай. Слава богу, никто не пострадал. Наша команда работает здесь с утра. Мы также создали специальные комиссии, чтобы установить причину происшествия. За сутки в городе выпали рекордные 214 миллиметров осадков. Такого не видели здесь 38 лет. В Пакистане сезон дождей, по словам метеорологов, ливни в регионе продолжатся.